Последний день этой длинной рабочей недели нам обещает сухую, но прохладную и ветреную погоду. 9 июня в Старове переменная облачность, утром плюс 8, днем воздух прогреется до 14 градусов тепла, ночью плюс 6. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются дожди. Утром плюс 7, днем столбики термометров поднимутся до плюс 14, ночью плюс 5. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В столице облачно с прояснениями. Утром плюс 7, днем до 13 градусов тепла, ночью плюс 5. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна. Thank you.